Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку королевскими жгутами. Связана она на обхват головы 56-58 сантиметров. Если хотите более свободную модельку, то можете связать и на 55 по данному видео. Кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я воспользуюсь пряжей фирмы Yarn Art, серия называется Милана. Здесь 8% альпаки, 20% шерсти, 8% вискозы и 64% акрила. Цвет у меня вот такой коричневый, 854, кому интересно. Вязать я буду в две ниточки. Нам понадобится таких 3 моточка по 50 грамм. И я не сказала, здесь 50 граммов 130 метров. Вязать я спицами буду номер 3,5, поэтому у меня круговые на коротеньком тросике 3,5. Основной узор я перейду на шестерочку. Также нам понадобится вот такая спица для жгутиков и кос вязания. Можете заменить ее на одну из чулочных спиц. Также крючок и ножнички. Для данного размера нам нужно набрать 114 петель плюс одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Я набираю начальные 2 петельки на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 113 петель. Вот эти 2 петельки я всегда набираю начальные на одну спицу для того, чтобы мне при замыкании вязания в круг было очень удобно и видно. После того, как все петельки набраны, достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных вот этих 2 петель. Затем вот такой красивой косичкой подтягиваем к острым краям спиц петли. И смотрите, чтобы при замыкании вязания в круг ваша косичка не была перекрученная, чтобы вязание не пошло восьмерочкой. Итак, замыкаем вязание в круг, перекидывая на правую спицу с левой первую набранную петлю. То есть помните, да, мы набирали первую и вторую на одну спицу. Вот как раз таки хорошо их видно. Одну перекидываем на правую спицу. Далее лишнюю вот эту петлю для замыкания вязания в круг мы перекидываем между первой и второй петлей. Спускаем их со эту петлю со спицы. То есть вот она первая петля, вот она вторая, и между ними я перекинула лишнюю набранную петлю. Теперь я петелечку первую возвращаю обратно ко второй, и у меня замкнутая в круг вязание. То есть вот так подтягиваем коротенькую ниточку на себя, рабочую нить от себя, и поворачиваю я вот так вот ниточки вместе складываю. И далее провяжу первые 4 петли вместе за вот эти хвостики. Затем я брошу коротенькую ниточку и буду вязать только лишь рабочей нитью от мотка. Итак, формируем резиночку 1 на 1. Начинаем вязать с первой лицевой, далее изнаночная. Лицевая, изнаночная. Я бросаю коротенький хвостик ниточки. Все, мне достаточно, я завязала ее. И далее продолжаю вязать лишь рабочей нитью. Продолжаю чередовать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Ряд должен закончиться у нас изнаночной петлей. Хотите, можете повесить начало ряда перед первой провязанной лицевой маркер. Но я этого делать не буду, так как я буду просто видеть, что у меня вот она после второй изнаночной при чередовании, вот она ниточка. То есть здесь у меня начало ряда. Так я и буду ориентироваться в дальнейшем. Можете эту ниточку потом при вязании второго ряда перекинуть в начало ряда, тем самым снова окажется как бы как отметочка начало конец ряда. Вот, поэтому я маркером здесь пользоваться не буду, а продолжаю чередовать первый ряд, распределяя петли на раппорт резинки 1 на 1. Довязали до конца ряда, и второй ряд, все последующие ряды будем вязать по сформированным петелькам. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Вот так я поставлю в начало ряда краешек ниточки, и все, я буду знать, что у меня здесь начало ряда. Итак, лицевые вяжем над лицевыми, изнаночные вяжем над изнаночными. Сейчас первые 4 петли, как вы помните, у меня провязаны за 4 ниточки, то есть за 2 хвостика. И далее я продолжаю вязать лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И обратите внимание, что лицевые я провязываю за передние полупетельки,
а изнаночные за дальние полупетельки. Таким образом, и с лицевой, и с изнаночной стороны красивой косичкой у нас будет ложиться резиночка 1 на 1. Так я продолжаю вязать до нужной мне ширины. Я буду вязать где-то сантиметра 3,5, соответственно, где-то рядочков 10, то есть у меня резиночка не слишком широкая будет. Вот, поэтому продолжаем вязать так по кругу, второй, третий, четвертый ряд и так далее по сформированным петелькам. Опять же таки повторяюсь, лицевые за передние полупетельки, изнаночные за дальние полупетельки. И вот так вот продолжаем вязать. После того, как мы связали резиночку в 10 рядочков, мы должны увеличить количество петель. У меня в рапорте 22 петли. Далее, у нас общее количество петель 114. Вот мы должны 114 разделить на 22 петли. 114 делим на количество петель в рапорте и узнаем, что у нас 5,18 рапортов в вот этих петельках. Но, как вы понимаете, нам нужно увеличить количество петель для того, чтобы получить полный рапорт. Поэтому мы увеличиваем, округляем 5,18 на 6 полных рапортов. И в рапорте у нас 22 петли. Соответственно, мы 6 умножаем на 22 и получаем 132 петельки. То есть нам нужно из 114 сделать 132 петли. 132 петли мы убираем 114, которые есть, и узнаем, что нам нужно добавить 18 петель. Далее, смотрите, 114 уже имеющихся петель, набранных изначально, мы делим на 18 петель, которые нам нужно добавить. Для того, чтобы равномерно их добавить, мы должны распределить по кругу. Соответственно, получается 6,30, 30, 30, 30 и так далее. То есть из каждой шестой петли мы должны делать прибавление до тех пор, пока не получится 132 петли. То есть мы будем делать прибавление, исходя из петель, набранных изначально, и исходя из петель количества рапортов, как мы уже определились, их 6, потому что мы округлили. Вот, для них нужно нам добавить 18 петель, которые мы равномерно распределяем, вывязывая из каждой шестой петли седьмую. Я думаю, что здесь труда не составит, вы можете точно так же самостоятельно сделать расчеты, исходя из петель, которые наберете вы. Итак, в 11 ряду я начинаю делать ряд прибавления. Соответственно, из первой петельки я начинаю делать прибавление. Вот она у нас первая идет лицевая. Мы захватываем и провязываем ее лицевой, но не спешите снимать петлю со спицы. Поворачиваем дальней полупетелькой этой же петли и провязываем еще одну лицевую. Далее снимаем со спицы 2 петли получившиеся. Мы провязали лицевую и сделали прибавление, провязав из дальней полупетельки этой же петли. Сделали прибавление, далее 6 петель вяжем по рисунку. Изнаночная, лицевая, это 2 петли. Изнаночная, лицевая, 4 петли. Изнаночная, 5 петля. И из 6 петли мы также делаем прибавление. Лицевую провязываем над лицевой, не снимая со спицы, за дальнюю полупетельку провязываем еще одну лицевую. И так получается у нас лицевая петля и прибавление. Далее снова изнаночная, лицевая, это 2 петли. Изнаночная, лицевая, это 4 петли. Пятая петля изнаночная. И шестой делаем прибавление. Лицевая и лицевая за дальнюю полупетельку этой же петли. Сделали еще одно прибавление. Снова изнаночная, лицевая, раз пара, изнаночная, лицевая, второй раз пара, и пятая петля изнаночная. Из шестой петли вывязываем прибавление лицевая и за дальнюю полупетельку этой же петли вторая лицевая. Таким образом у нас получается красивое равномерное прибавление, и абсолютно, посмотрите, не видно никаких ни дырочек, ничего. Изнаночные просто добавляются к изнаночным вот здесь в промежуточках. Так прибавляем до конца ряда, до тех пор, пока у нас по кругу не получится нужные 132 петли. Сделав последнее прибавление, мы довязываем до конца ряда просто 5 петель по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и
изнаночная. Все, мы довязали до конца ряда, сделали равномерное распределение. Вы когда пересчитаете, у вас должно по кругу получиться 132 петли. Если где-то не получилось, то значит пересчитайте еще один раз, и если снова не получилось, то тогда где-то сделаете еще одно прибавление. Вот, теперь мы переходим на спицы большего размера и распределяем петли на рапорты узора. Начинаю я вот с этой лицевой в начале ряда и отсчитываю 20 лицевых петель. Первая лицевая над лицевой, далее над изнаночной, вторая лицевая. Далее третья лицевая. Обратите внимание, что изнаночные я вяжу за дальние полупетельки лицевыми, а лицевые за передние полупетельки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. 20 лицевых провязаны. И далее провязываем 2 изнаночные. Изнаночные я так и продолжаю за дальние полупетельки провязывать над изнаночными. 1, 2. Далее повторяем. 20 лицевых, 2 изнаночные до конца ряда. Довязав до конца 12 ряд, 13, 14 и 15, повторяем все то же самое. 20 лицевых и 2 изнаночные. В 16 ряду мы сделаем первый ряд перекрещивания. Для этого нам понадобится дополнительная спица, на которую мы отправляем первые из 25 петель. 4, 5. И оставляем их за работой. Далее следующие 5 петель, то есть получается 6, 7, 8 петлю, 9 и 10 провязываем лицевыми. Далее с дополнительной спицы, оставленные за работой 5 петель, мы подтягиваем и провязываем их также лицевыми. 1, 2, 3, 4 и 5. Не затягиваем петельки, вяжем свободно. Сделали перекрещивание в правую сторону первых 10 петелек. Далее следующие 10 петель мы сделаем с наклоном в левую сторону. Для этого снова отправляем 5 петель на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Далее следующие оставшиеся 5 петель из 20 мы провязываем лицевыми на рабочую спицу. 1, 2, 3, 4, 5. Довязали до изнаночных петель, изнаночные не трогаем, а с дополнительной спицы провязываем оставленные 5 петель перед работой. 1, 2, 3, 4 и 5. Убираем дополнительную спицу на секундочку, довязываем 2 изнаночные петли. И это и есть первый наш связанный рапорт узора. Наклон в правую сторону первых 10 петель и наклон в левую сторону вторых 10 петель. Далее мы повторим. Снова на дополнительную спицу за работу переснимаем первые 5 петель из 20. 3, 4, 5. 5 лицевых оставили. Следующие 5 лицевых провязываем лицевыми на рабочую спицу. 1, 2, 3, 4, 5. С дополнительной спицы подтягиваем к краю острому петли и провязываем оставленные за работой 5 лицевых петель также лицевыми. И запомните, всегда в жгутиках мы провязываем петли лицевыми. Вот это называется жгутики. А промежуточные между ними у нас 2 изнаночные. Так и будут вязаться до конца вязания 2 изнаночные. Далее, первые перекрестили 5 петель с 5 вторыми. Далее, 5 петель переснимаем на дополнительную спицу. Это уже третье, можно так сказать, 5 петель. А четвертые 5 петель из 20 провязываем лицевыми на рабочую спицу. 4, 5. Оставленные перед работой на дополнительной спице третью часть как бы провязываем снова лицевыми.
я буду называть третья часть, первая часть. 20 петель делится на 4 части из 5 петель. Первая часть уходит за работу, вторая часть провязывается. Третья часть уходит перед работой, четвертая часть провязывается. То есть вот это самое главное, вам понимать, что сделали наклон вправо-влево, 2 промежуточные изнаночные петли, наклон вправо-влево, и довязываем 2 промежуточные изнаночные петли. Вот так. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Обычно так вяжутся жгутики на маленьких каких-то промежуточных таких вот узорчиках. Обычно на шапочках красивые такие маленькие жгутики. Вот это, в принципе, вяжется точно так же, просто на таких вот более больших размерах. Итак, снова первые 5 петель переснимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующие 5 петель провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. С дополнительной спицы подтягиваем и провязываем также эти петли, оставленные лицевыми. 1, 2, 3, 4 и 5. Сделали наклон вправо, делаем наклон влево. 5 петель переснимаем на дополнительную спицу. 3, 4, 5 и оставляем их перед работой. Следующие 5 петель провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Дошли до изнаночных и с дополнительной спицы провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее до конца раппорта у нас остается 2 изнаночные петли. Мы их довязываем на рабочую правую спицу. Вот они, 2 изнаночные. Все, мы провязали с вами 3 раппорта. Еще самостоятельно довяжите 3 раппорта до конца ряда. Довязали ряд с перекрещиваниями. И далее в 17 ряду мы провяжем снова просто над петлями жгута 20 лицевых и 2 промежуточные над изнаночными. Изнаночные. Итак, первая лицевая, вторая лицевая. Главное, обращайте внимание, чтобы не делилась ниточка. Третья лицевая, четвертая, пятая. Осторожненько смотрим, где здесь у нас переходы. Шестая, седьмая, восьмая лицевая, девятая и десятая. Провязали первую часть, наклон вправо. Далее переходим ко второй части, наклон влево, тоже 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Довязали 20 лицевых петель над петлями жгута и далее 2 изнаночные промежуточные над 2 изнаночными. Обращайте внимание, что лицевые я так и продолжаю вязать за передние полупетли, а изнаночные за дальние, разворачивая красивой косичкой с изнаночной стороны наш узор. Вот таким вот образом продолжаем дальше вязать до конца ряда 20 лицевых, 2 изнаночные. Довязав 17 ряд до конца, еще провязываем точно такие же 10 рядочков. То есть с 17 по 27 ряд мы должны провязать 20 лицевых и 2 изнаночные в каждом раппорте. В 28 ряду мы сделаем ряд с перекрещиваниями. Для этого снова нам понадобится дополнительная спица, на которую мы переснимем первые 5 петель, для того чтобы сделать перекрещивание с наклоном вправо. Переснимаем 5 петель. Оставляем на дополнительной спице за работой. Далее следующие 5 петель провязываем на рабочую правую спицу. 2, 3, 4, 5. Также провязываем их лицевыми, как и обычно. И далее провязываем с дополнительной спицы снова оставленные 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее следующие 5 петель снова переснимаем на дополнительную спицу и оставим их перед работой. 1, 2, 3, 4, 5. Перед работой следующие 5 петель мы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. С дополнительной спицы подтягиваем и также провязываем петли лицевыми.
Один, два, три, четыре и пять. До конца раппорта у нас остается две изнаночные петли. Мы провязываем их изнаночными. Один, два. Сделали наклон вправо-влево и довязали 2 изнаночные промежуточные петли. Снова сейчас сделаем наклон вправо-влево и 2 промежуточные петли. Переснимаем первые 5 петель на дополнительную спицу. 3, 4, 5. И оставляем их за работой. Следующие 5 петель провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. С дополнительной спицы подтягиваем петли и провязываем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали наклон вправо. Далее на дополнительную спицу переснимаем следующие 5 петель и оставляем их перед работой. 3, 4, 5. Следующие оставшиеся 5 петель провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. С дополнительной спицы подтягиваем петельки и провязываем также лицевыми. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее у нас остается 2 изнаночные петельки. Мы так и провязываем их изнаночными. Все, мы связали с вами 2 раппорта. Вправо-влево сделали наклон, промежуточные петли, вправо-влево наклон, промежуточные петли. И так еще самостоятельно довяжите до конца ряда. Сейчас у нас по счету 28 ряд, ряд с перекрещиваниями. Предыдущий ряд был 16. То есть 28 ряд это тот же 16 ряд, который мы с вами перекрещивали. И затем мы с вами с 17 по 27 вязали просто рядочками. Теперь мы точно так же со следующего 29 ряда по 39, 11 рядов вяжем просто 20 лицевых, 2 изнаночные. 20 лицевых, 2 изнаночные. В 40 ряду мы повторим снова, как в 16 и 28, будем делать вот такой ряд перекрещиваний. И до встречи с вами во второй части, где мы продолжим вязание.